Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательнейшую игру «Симулятор автомобиля 2». Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел отблагодарить каждого из вас за подписку на мой канал, потому что нас уже 54 тысячи. Ребята, это на самом деле огромная цифра лично для меня. Поэтому давайте теперь будем идти к отметке 55 тысяч. Так что, дорогие друзья, кто смотрит ролик, знаете, просмотр видоса без подписки запрещается. Понятно, вот такие вот дела. Давайте поможем мне уже добрать 55 тысяч подписчиков. Ну а перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. А находятся они в багажнике этого красного гелика. Поэтому давайте, раз, два, три. Та-дам! Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы могли понять по названию и вообще по самой сути ролика, сегодня мы будем проверять с вами эксперимент. Да, я знаю, вы многие просили, многие ждали и дождались. Сегодня мы будем проверять некий такой интереснейший эксперимент. Что будет, если стрельнуть в бензобак в игре «Симулятор автомобиля 2»? Многие говорили, что после обновы, которая была у нас в августе, появились некие баги со взрывом машины. Я не знаю, правда или нет, поэтому сегодня будем проверять. Для этого эксперимента мне понадобится, конечно же, пистолет. Поэтому давайте, в принципе, не будем оттягивать и прямо сейчас сразу же проверим. Давайте вот так сейчас открываем машину, выходим на улицу, подходим, получается, к бензобаку, открываем его и достаем пистолет. Ау, а пистолет-то у меня нету, вот это проблема. Придется его зарабатывать как-то. Это значит, нам нужно ехать в полицейский участок, ну как раз таки не то чтобы полицейский участок, а возле него, и там, собственно говоря, придется пройти стрельбу. Ну ладно, это как бы не так уж и сложно. Я думаю, мы сейчас вместе с вами это пройдем прям очень быстренько, потому что с каждого из вас по лайкосику за такой экспириенс. И мы... Так, а где полицейский участок? Я что-то забыл. По-моему, в той стороне, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Тут что-то я... запутался. А, да, вон он спрятался просто за вот этими массами. Так, давайте аккуратненько припаркуем наш гелик, потому что чтобы машину нашу не... не забрал эвакуатор. И выйдем на улицу, собственно говоря, к нашему месту, где мы получаем, пистолет. Поэтому давайте еще за это денежку заработаем. Изи просто. 11 200. Так, двигайтесь к месту назначения. Пистолет взять в руки. Отличненько. И теперь мы можем начать стрельбу. Поэтому давайте вот так открываем. Бабах. Потом дальше. Бабах. Дальше. Бабах, вот так вот, отличненько. Дальше бабах, вот так вот. И потихонечку проходим, в принципе, это не такой уж и сложный квестик. Нам нужно всего лишь-то сколько мишеней собрать? С 25, я уже собрал 9. Единственное, что сложно, надо было кнопку сделать себе, на которую нажимать, потому что мне неудобненько чуть-чуть. Но ладно, в принципе, это можно пройти быстренько и проверить сам этот экспириенс. Так, перезарядочка, отличненько, дальше идем, идем, идем на рекорд, на рекорд, на рекорд. Опа, опа, да у меня, в принципе, время хватает. По-моему, я должен пройти прям с легкостью. Мне кажется, каждый проходил. Ребят, напишите, с какой вы попытки проходили стрельбище, потому что многие говорили, что это очень сложное задание, но мне кажется, оно изичное. Я уже добил 25. Напишите в комментарии ваш рекорд, сколько у вас получалось набить, получается, мишени. Лично у меня получилось сколько? 32 получается, да? 32, да? 32 у меня получилось. Ну, изи. Или 33, да? Кто написал? Ну, напишите в комментариях. 32 или 33? Все, изи. Я получил пистолет, и теперь я могу, получается, заниматься какими-то даже не очень крутыми делами. Так, давайте, ну, не возле полицейского участка это делать, а то это как-то чревато, как по мне. Давайте лучше пройдем дальше и не будем трогать машину возле полицейского участка, а пройдем лучше, отъедем куда-нибудь там, где это будет более-менее безопасно, потому что я не знаю, будет ли это работать, собственно,
собственно говоря, или нет. Так, поэтому давайте проедем сейчас чуть-чуть. К примеру, давайте вот на эту горку, где проходят обычно парковочные всякие задания. Давайте вот сюда поднимемся. Опа, отличненько. Вот так поднялись. И теперь вот тут, на безопасном месте. Так, гелик, остановись. Куда ты поехал без меня? Так, берем теперь. Открываем бензобак. После чего что-то мне подписчик говорил, что нужно открыть, по-моему, заднюю левую дверь. И, по-моему, включить аварийку, если я не ошибаюсь. И должен сработать взрыв машины. Окей, давайте проверим это. Возможно, это работает, возможно, нет. Сейчас будем это проверять. Давайте раз, два, три, берем пистолет и стреляем. Бац! Опа, ничего не произошло, ребят. Просто ничего не произошло. Я думал, что это будет немного поэпичнее, но что-то, собственно говоря, ничего не произошло. Текстурка, все пропало даже, ребят. Смотрите, она просто не проходит к бензобаку. Я думал, что реально будет взрыв. А если пистолет прямо направить в бензобак вот так, должно что-то появиться. О, вот смотрите, прямо вот в бензине у меня по-любому сейчас пистолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то не получается вообще. Может быть, я не знаю, может, проблемы с геликом. Может быть, взять другую машину. Так, а что у нас есть еще? Может быть, взять приорку, к примеру, и на ней попробовать, собственно говоря, это сделать? Или купить, к примеру, о, давайте поедем купим Весту новую и с ней это проверим. А почему бы нет? Возможно, с русскими машинами? А, да, по-моему, он говорил, что это с русскими машинами работает. Ну, давайте проверим. Давайте проедем, посмотрим. В принципе, там время у нас есть на это все проверять. Так что, ну, почему бы и нет? А, потому что, ребят, в принципе, сейчас мы узнаем, разоблачение это будет, работает ли этот баг или нет, потому что многие писали, что это да, работает, и непонятно, кому верить, правда или нет. Потому что, кстати, вот сколько я реально не играл в эту игру, никогда не пробовал стрелять в бензобак. Наверное, каждый, кто играл в GTA 5, знает, что если стрельнуть туда, где где бензин хранится в машине, ну, то есть в бензобак, то машина взорвется. А вот что будет в симуляторе, я никогда об этом не задумывался. Я всегда как-то просто ездил, катался и не обращал на это особо внимания. Поэтому давайте сейчас возьмем, может быть, Весту. Она как бы у нас является русской машиной. И, возможно, с русскими машинами это реально работает. Поэтому, ну, не знаю. Давайте сейчас будем проверять. Ребята. Поэтому досмотрим видос до конца. Скоро будет кодовое слово интересное. Я вот прям очень скоро его назову. Давай. Гелик, уже ночь наступает. Нужно шустрее быть, а то сейчас уже спать пора. Воу-воу-воу, куда? Все. Куда-то я далеко уехал. Так, давайте быстренько вот так. Опа. Кстати, йоу, тут подсветка работает или чё? Ёшкин макарёшкин, я никогда не замечал. Так, отличненько. Давайте открываем машину и идем покупать Весту. А чё, она красного цвета у нас? Ну ладненько, давайте ее возьмем и проверим, работает ли это или нет. А чё у нее со стеклом? Как будто стекло разбито. Йоу, как будто реально стекло разбито. Ладно, давайте купили и будем пробовать с ней вытворять этот эксперимент. Прям давайте прям тут. Также делаем, что мне говорили, включаем аварийку, после чего выходим из машины, закрываем эту дверь. Вот так вот закрываем ее и открываем левую дверь вот эту. И после чего открываем бензобак и пробуем стрельнуть в бензобак. Так, давайте раз, два, три. Ну-ка. Чё? А чё? Ребят, походу это не работает. Я не знаю почему, но, видимо, это реально что-то не работает. Единственная моя последняя надежда — это приора. Я не знаю, где она, в каком гараже у меня находится. Сейчас ее постараюсь найти и взять ее и проверить на ней. Ну вот, дорогие друзья, я уже взял Бэпанк Приору, вот эту мою затонированную, и сейчас будем это проверять. Давайте закрываем водительскую дверь, открываем эту. Ой, надо включить, получается, аварийку, и, надеюсь, должно это сработать. Так, глушится машина, после чего выходим на улицу. Так, закрываем эту дверь, она закрыта, и теперь подходим к багажнику и пробуем выстрелить именно в бензобак. Так, раз, два, три, так. Чего-то, ну нет, ребят, походу это реально не работает. И это, я считаю, миф, получается, расторгнут. Это разоблачение мифа, который реально не работает, дорогие друзья. Так что не ведитесь на эти приколы. Так что, в принципе, на этом все. Сегодня мы узнали то, что машину взорвать в игре невозможно. И как бы ты это ни пытался, это не сделать. Потому что, видимо, разработчики такой функции еще не добавили. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик
ролик понравился, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые и замечательные комментарии. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи, а кодовое слово пускай будет патроны. Все, кто напишет слово патроны, обязательно попадут в мое следующее видео. Ну а с вами был Личи, и всем до скорых встреч!